Всем привет! Каждый день на моем канале прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдот про День Святого Валентина. Парень решил сделать подарок своей девушке на День Святого Валентина. И говорит: дорогая, что тебе подарить на День Святого Валентина? Она: дорогой, а подари мне Рафаэлки. Он: ладно, хорошо. Она: ну только столько Рафаэлок, сколько мы с тобой занимались любовью. Он: ладно, я тебя понял. Приходит в магазин и говорит продавцу: дайте, пожалуйста, мне 10 Рафаэлок. Потом думает: а нет, подождите, дайте мне 7 Рафаэлок, 2 чупа-чупса и 1 шоколадку.